Красная площадь. 24 июня 1945 года здесь, у стен Седого Кремля, встречала страна своих сыновей, вернувшихся с победой, героев беспримерных сражений на всех фронтах Отечественной войны от Баренцева до Черного моря. Сводные полки фронтов. Вот те, кто форсировал Днепр и Одер, кто брал снежные Карпатские перевалы, кто возвратил свободу Киеву и Минску, кто освободил Севастополь и Одессу, кто сражался на улицах Будапешта, Кёнигсберга, Вены, и кто водрузил знамя нашей победы над Берлином. Вести знамен разгромленных гитлеровских армий склонены к ногам победителей. Трибуны заполняются гостями, депутатами Верховного Совета СССР, участниками юбилейных торжеств Академии наук, генералами, героями Советского Союза, мастерами искусства и литературы, стахановцами московских фабрик и заводов. Девять часов 55 минут утра. Товарищ Сталин, руководители партии и правительства Советского Союза. Командует парадом маршал Советского Союза Рокоссовский. Парад принимает маршал Советского Союза Жуков.